Трое граждан Украины и поляк на отдыхе спасли человека. Компания друзей выбралась на отдых в лес. Во время досуга они заметили, что на холме на дереве кто-то висит. Ребята, не задумываясь, бросились спасать человека. Они схватили его, освободили от петли, а затем осторожно положили на бок. Мужчина изначально не подавал признаков жизни, но через некоторое время у него появилось дыхание. Они позвонили на 112 и вызвали скорую. Объяснить, куда приехать спасателям, было сложно. Диспетчер попросила выйти на главную дорогу и направить бригаду скорой помощи. Это сработало. Приехали медики, и потенциальный самоубийца был доставлен в больницу. Пресс-офицер полиции в картузах Петр Гданец поблагодарил отдыхающих и заявил, что их героический поступок будет, безусловно, отмечен.